Всем привет, друзья! С вами снова я, Юлия. И как я обещала в прошлом видео, я снимаю рендер. Если честно, я в прошлом видео обещала, что я подучусь. На самом деле-то я не училась. Да. И поэтому я буду пробовать именно сейчас. Ну что, поехали! Перед каждым элементом надо хорошенько размяться. И что, собственно, сейчас я и сделаю. Как бы и я немного размялась, я могу приступать к самому элементу. Ребят, надеюсь, мне получилось сделать рендер. Напишите внизу в комментариях, сделал я правильно или нет. Правильно или нет. Если вам понравилось это видео, почему бы не поставить лайк, подписаться на канал. Всех люблю. Пока-пока.